Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли две новенькие участницы. Это Вика из Москвы, ей 24. Она стилист-дизайнер и потомственная ведьма. Пришла девушка к Виталию Малышеву. Также она решила применить свои способности и помочь Юлии Ефременковой с Сергеем Кучеровым. Рената из Краснодара, ей 18. Учится на юриста, спортсменка и модель, пришла кроме Гриценко. Рому после расставания с Марией Кахно поддержала Валерия Фрост. «Я считаю, что это еще вопрос, кто кого использовал», — сказала Фрост. «Маша мне лично говорила о том, что с Ромой она вынуждена. Ведущие ей намекнули, что если она не начнет строить отношения, то пойдет за ворота». Слова Леры о том, что Маша обманывает, подтвердили и последующие события. Она обвинила Рому в том, что он взял у нее крупную сумму денег в долг. И как потом оказалось, Маша наврала. Она выставила парня Альфонсом, который использовал ее в корыстных целях. Читрару наконец-то решила, чем она хочет заниматься в жизни. Девушка разрабатывает свою линию нижнего белья. Захарьяш против такой деятельности, поскольку Лиля сама собирается быть моделью для своей коллекции. Тата и Валера Блименкранс делятся радостной новостью, у них родилась дочь. «Господи, спасибо тебе за это счастье, я стал папой», – пишет Валера. «Поздравляем, ребят». Ольга Бузова ответила на оскорбление о низком интеллекте. Она сказала, что ее мозг работает отлично, она довольна собой и теми решениями, которые принимает. «У меня отлично мозг работает, каждую минуту создает какие-то невероятные идеи, внутри все кипит, я счастлива». Андрей Черкасов опубликовал фотографии Сейшел с Кристиной Ослиной, и фото очень напоминает сейшельскую свадьбу. Причем опубликовал он этот снимок в день несостоявшейся свадьбы Вики Романец. Подписчики Черкасова посмеялись над этим. «Подкол засчитан, красава, утер нос Романец, а то она зазвездилась». «Красавчик», – постебал Вику Романец, – «она как маньячка хотела замуж». Поклонники Нелли Ермолаевой подозревают, что девушка ждет ребенка. Такие выводы они сделали, увидев ее свежее фото. Сама Нелли пока не опровергает и не подтверждает слухи о своей беременности. Лиза Полыгалова и Ваня Барсиков решили окончательно расстаться после поездки в Украину. «Эта поездка расставила все по своим местам», – пишет Лиза. «Мы окончательно поняли, что мы разные люди. Я желаю ему счастья, это был колоссальный опыт в моей жизни. Я стала другим человеком». Надя Ермакова выходит замуж. Ее избранника зовут Артем, они вместе уже 2 года. «Я вернулась из отпуска, и любимый подарил мне цветы», – рассказывает Ермакова. «В букете была божья коровка, а в ней кольцо. Артем сказал, ты будешь моей женой. Вот и все. Предложение руки и сердца было скромным, но трогательным». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.